Представлюсь, зовут меня Марина Сибенкова, я живу в городе Майкоп, Республика Адыгея. Вместе с супругом Александром мы развиваем бизнес в сети интернет, предприниматели. Муж еще параллельно дослуживает до пенсии в МЧС. То есть сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как в наше время, в кризис, можно легко обучиться тому, чтобы иметь стабильный доход, не выходя из дома. То есть мы сегодня с вами поговорим о работе через интернет. Давайте с вами проверим города, кто в каком сейчас городе находится, мне интересна аудитория. И есть ли новички у нас на вебинаре? То есть пишите, из какого города и циферку. Если первый раз на вебинаре, единичка. Если второй раз на вебинаре и более, двоечку ставьте. Хорошо? Так, Кемерово, Камышов, Краснодар, Кропоткин, Татарстан, Домоделово. Лена, Санкт-Петербург, Уфа, Кропоткин. Так, единички у нас есть, я не увидела. Новички. Анжера Суджин. Отлично. Хорошая география, отлично. За что люблю интернет? Это за то, что вот так, да, в такой обстановке можно объединить не только между собой города Российской Федерации, но и страны, да, то есть интернет позволяет нам сегодня дает нам сегодня очень многие возможности. Так вот, о чем мы сегодня с вами поговорим, да, о деньгах, конечно же, кому нужны деньги, ставьте плечики в чате, мне нужны, вам нужны? Мне нужны деньги сегодня. Я думаю, что если бы вам они были не нужны, да, вряд ли вы бы находились сейчас на этой презентации. Но давайте подумаем, да, деньги нужны всех, а все ли придумали, на что будут тратить? Вот кто придумал, поставьте, как Ирина Уманцева, восклицательные знаки. У кого есть цель и мечта? Кто вот пришел не просто за окладом в 10-15, да, а реально здесь что-то провернуть такое, да, чтобы мечты, цели осуществить? У всех есть? Отлично, молодцы. Вот я тоже думаю, да, что человек, у которого поставлена цель, у которого есть план, как до нее дойти, да, он при желании сможет достичь многого. То есть если есть желание, есть цель и есть план действий, то достичь можно многого. А какие уже у вас цели, да, какие мечты, желания? Возможно, это новый дом, квартира. Ну, это такое, знаете, как... можно сказать, даже примитивное, да, вот этого все хотят, да, есть один дом, так нужен второй, есть одна машина, так нужна вторая, да, есть, допустим, в разных городах квартира, нужно еще где-то за границей приобрести, да, есть автомобиль, так нужна, допустим, или 2-3 автомобиля, нужна яхта, да, у кого есть яхта, тот хочет самолет, вы же понимаете, да, денег никогда много не бывает, и всегда на что-то не хватает, либо на пакет молока и булку хлеба, либо на новую яхту. Вот, ребят, так вот, что изменится в вашей жизни, да, появится в вашей жизни дополнительно? Ну, для начала 25, 50, 100 тысяч, да, а потом кошки-китики, а потом, возможно, и, кстати, про кошек, да, вот у меня кошка кушает на 4000 рублей в месяц, да, и это действительно такая тема, да, для держателей кошек, кто знает, что такое, как содержать животное правильно, да, тот понимает, конечно же, и цифры, сколько это все стоит. Вот, поэтому даже мне не смешно про китикет, это реально сегодня корма для кошек хорошая, очень дорого стоит. Так вот, поговорим, да, для начала 25, 50, 100 тысяч, если у вас появится, да, как вы распределитесь, вот мне просто распределите эти деньги в своей семье, мне вот просто интересно по одному желанию такому, вот, ну, возможно, самому главному, напишите в чат. Вот я вам честно скажу, у меня на первом месте стоит переезд из города Майкопа, вот это мое на сегодняшний день самое такое жгучее, да, можно так сказать, желание. Мне хочется в Сочи переехать, этот город меня ждет, я это знаю точно. У вас как с этим дела обстоят? Есть на сегодняшний момент вот прям точно вы знаете, что вот этого очень сильно хотите? Напишите, дом с бассейном. А если, вот знаете, притча недавно была у нас в чате, да, что-то там было про мотивацию. Вот я не могу запоминать
притчи, но смысл был в том, да, как достичь успеха, у мудреца спросили, и мудрец окунул человека в воду там или в бочку головой и держит под водой, а тот пытается выбраться, и вот, ну, не получается, да, со всех сил пытается, и потом поднимает эту голову, вдыхает воздух, и мудрец у него спрашивает, что ты сейчас хочешь? Он говорит, я хочу дышать, да, что ты сейчас чувствуешь? Я хочу дышать. Вот если ты так же будешь хотеть, если твое желание будет такое же, как сейчас, да, добиться успеха, то у тебя все получится. То есть нужно сосредоточиться, да, и силы приложить для того, чтобы это получилось. Загасить ипотеку, дом в Краснодаре. Ну вот видите, вот часто, да, вот именно такие у людей встречаются потребности. Это новый дом, это кредиты, ипотеки. То есть это, наверное, вот как основное для жизни, да, я тоже с этого, наверное, начинаю, потому что мы до сих пор с супругом еще снимаем жилье, он служит, немножко до пенсии осталось, и у нас в планах, да, тоже приобретение недвижимости, и вот как раз-таки хочется очень переехать в другой город. Но к чему идем? Даже уже не идем, мы пришли к этому уже давно, а сейчас практически в каждой семье, в каждом доме есть интернет, да, я не говорю там о проводном, но мобильный есть практически у каждого, да, то есть люди все пользуются интернетом, кто-то в малой степени, кто-то уже полностью перешел на обслуживание через интернет, то есть это и всевозможные коммунальные платежи, садики, кружки детям оплачиваем, покупки совершаем, отзывы читаем, рецепты смотрим, общаемся с людьми, знакомимся. Многие находят себе пару через интернет, и причем очень успешно, да, то есть люди знакомятся, потом женятся. Подростки сегодня общаются в большей степени где-то ВКонтакте или в Аске, да, и как бы для них это нормально, да, вот такое общение. То есть у нас жизнь сегодня такая, и не использовать интернет в нашем бизнесе, это, наверное, не самое правильное решение. То есть интернет есть, он есть в каждом доме, и, соответственно, нужно научиться пользоваться тем, что не только брать из него какую-то информацию, но научиться сделать так, чтобы интернет и вот эти все возможности начали приносить доход в семью, да, то есть это сегодня актуально, это модно, и каждый грамотный человек стремится сегодня зарабатывать через интернет. Так вот, что же такое Peer Group, да, это бизнес-система, бизнес-модель, можно так назвать, она создана командой предпринимателей, да, нас здесь несколько человек, десятки человек, я даже могу так с уверенностью сказать, а это люди, которые на сегодняшний день уже зарабатывают в сети интернет и имеют определенный опыт в этой деятельности. Люди, которые наложили вот этот свой опыт на бизнес-модель и перенесли в интернет. То есть сегодня, если есть у вас огромное желание научиться, да, то я и в том числе мои партнеры, мы с удовольствием, да, поможем вам разобраться в этом бизнесе, что здесь нужно делать, как делать, и поможем вам начать зарабатывать здесь свои первые деньги. Что вам нужно для того, чтобы научиться? Да? Конечно же, это первое, ваше желание, я уже снизу начинаю, видите, желание, потому что очень часто у человека есть и интернет, и компьютер, и ноутбук, и планшет, и скайп, и все, что угодно у него есть, и соцсети везде, да, он сидит, но нет желания, нет вот той самой нужды, да, можно так сказать, когда я очень сильно чего-то хочу. А, все устраивает в жизни, а может быть потом, а может быть послезавтра начну, а может быть еще когда-то. Так вот, смотрите, ребят, главное – это желание обучиться и зарабатывать, а все остальное приложится. У нас как получается, да, человек приходит работать, только телефон, а на следующий день там или через неделю, через месяц приобретает специально для работы ноутбук, потому что понимает, что это намного удобнее. И уже вот так развивается, да, дальше начинает зарабатывать. То есть в первую очередь ваше желание. При желании горы можно свернуть. Это вы, наверное, знаете все, поэтому отговорки здесь никакие не принимаются. Либо желание есть, либо его нет. Либо вы хотите дышать, либо вы тонете. Помните притчи, да? Так вот, что же мы делаем, да? Мы создаем поток покупателей на сайт нашего партнера. У нас огромный сайт. Производитель товаров,
для кого мы создаем товарооборот. То есть наша задача найти заинтересованных в покупках людей и направить их на сайт нашего партнера. Созданного товарооборота люди, кто-то себе покупает, да, кто-то не покупает, кто-то покупает много, кто-то меньше. И вот с этого созданного товарооборота мы получаем определенный процент согласно маркетинг-плану компании. То есть наша задача, да, не напрямую заниматься какими-то продажами товаров или еще что-то, да, рекламой товаров. Наша задача общаться с людьми, находить заинтересованных в продукте и в заработке людей. Вот. В дальнейшем, да, за нашу работу нам платят процент. Помимо того, нам, как партнерам, предоставляют, конечно же, скидки на весь ассортимент товара. Это базовая скидка для всех 20%. Да? Знаете, сейчас в магазинах объявляют, рубим цены 20% каждый понедельник. Я думаю, надо же, у нас каждый день 20%, у нас всегда 20% минимальная скидка на товар, да, без всяких там накруток, да, предварительных. То есть здесь нормальные скидки, не выдуманные. А, помимо этого есть скидка премьер-клуба, да, это 32%, плюс участники премьер-клуба у нас постоянно поощряются денежными розыгрышами, да, всевозможными, по 1000 рублей, то есть всевозможные такие мини-премии, да, получают. И скидку имеют на уровне 22%, уже 52% на весь ассортимент. Но об этом я чуть позже расскажу, что за скидка. Помимо этого, за проделанную работу, за обученных людей нам компания еще и премии платит от 1000 долларов и выше. Да? То есть 1000 долларов, это, можно сказать, минимальная премия. Я такую получала в феврале, а максимальная премия идет 1 000 000 долларов. То есть премий действительно очень много. 2-3 тысячи долларов, 4 тысячи долларов, 6 тысяч долларов. Эти премии реальные, и я лично видела в Москве людей, не просто, да, 2-3 человека, кто их получает, а десятки, сотни человек, которые получали такие премии у нас в России. Это в кризисный 2016 год, ребят. Напишите мне, пожалуйста, какие у вас максимальные премии были на наемной работе. Кто-то работает сейчас еще до сих пор, кто-то работал. Вот у меня максимальная была 10 тысяч премия. Это был день налоговика, и наш санаторий относился к налоговой службе. Вот, и нам один раз в жизни выплатили вот такую премию 10 тысяч. А так 1000, да, на 8 марта это было. Больше я других не видела. Ага, 22-10, то есть видите, да, и 1000 долларов, да, хотя бы взять нашу минимальную, то есть разница при сегодняшнем курсе, тем более, разница чувствуется очень хорошо. Ну, идем дальше с вами. Что мы делаем, да, как мы это делаем? Наша задача научиться, конечно же, сначала никто не приходит сразу, с первого дня не начинает там какие-то бездумные действия делать, да, то есть мы учимся. Обучаемся создавать поток людей, социальных сетей, форумов, досок из наших телефонных книжек. То есть кому как удобно, каждый выбирает для себя самый удобный для него способ. А с досок объявлений, с других ресурсов. Среди этого потока, да, формируется клиентская база. Люди, которые готовы покупать товары нашего партнера с хорошей скидкой. Также среди этой клиентской базы формируется и другая база людей, которые желают сегодня зарабатывать, да, от 30-40 тысяч и выше. То есть люди с амбициями, люди, пришедшие сюда научиться предпринимательству, да, вести свой бизнес через интернет. То есть есть и покупатели, и предприниматели, и такие, и такие. Вот, так, наша задача, да, создать поток и тех, и дать информацию. Первым, да, в первом случае это консультации по продукции, по интерфейсу магазина, как он работает, как оплатить, как совершить покупку. И вторая категория людей – это люди, которые желают зарабатывать. А с ними, конечно, идет плотнее работа, идет плотный контакт, да, передача опыта, передача информации. В дальнейшем человек уже включается в работу самостоятельно и продвигается сам дальше тоже самостоятельно. То есть все эти люди проходит, естественно, через сайт нашего партнера-производителя. Этот момент понятен? Поставьте плюсики, если понятно. И кого приглашаем? Да? В первую очередь, кому мы желаем счастья, добра, да, чтобы у них все было хорошо, чтобы были деньги в семье,
на все, что нужно, да, потому что кто-то говорит не в деньгах счастье, но когда встречаешь семьи, да, которые постоянно ругаются, да, из-за отсутствия денег или какие-то вот столкновения, да, происходят в магазинах, допустим, ребенок просит, а мама на него кричит, не куплю, там еще что-то, да, еще по жопе его шлепнет, по попке, да, и в чем тут ребенок виноват, да, если, ну, допустим, ты как мама не можешь сейчас ему правильно, грамотно дать понять, что ну, невозможно покупка, да, по той простой причине, что пока невозможно, да, мама еще начинает злиться, а злиться надо в первую очередь не на ребенка, а на себя, потому что, ну, кто виноват, да, что ты не можешь ребенку приобрести то, что он просит. То есть вот такие ситуации. И вот не в деньгах счастье, но в их количестве, ребята. Иногда, да, и на здоровье нам нужны деньги. То есть сегодня, чтобы быть красивым, здоровым, надо правильно питаться. А правильное питание стоит не копейки, вы сами это знаете. Так вот, кому, да, в первую очередь желаем счастья? Друзьям, знакомым, близким, родным, да, то есть тем людям, которых мы хорошо знаем. И следующая категория людей – это незнакомые наши люди, но эта категория, она появляется у нас, да, в качестве знакомых в соцсетях, потом с этими людьми мы уже также тесно общаемся, становятся нашими партнерами, друзьями. То есть наша задача через соцсети позвать людей зарабатывать деньги через интернет. Как мы им рассказываем информацию, да, все просто. Нужно пригласить на такой вебинар либо через скайп, через телефон, либо через обычную встречу просто донести информацию человеку. Почему выгодна наша модель построения бизнеса и почему она уникальна? Все дело в том, что когда вы приходите в нашу команду, Peer Group, вы не остаетесь здесь в одиночестве. Ну, во-первых, да, вы пришли уже в готовую систему, в готовую команду, и как только вы оформили номер, у вас, у каждого человека он собственный личный кабинет. Сразу же, да, возможно, в этот же день, возможно, на следующий под вас уже начинает выстраиваться структура партнеров. Эти партнеры, как потребители, так и бизнес-партнеры, конечно же, совершают покупки со скидкой в своем интернет-магазине, образуется товарооборот. То есть ваша задача, да, пока вы только пришли, вы попали в базовую командную обучающую ветку, научиться всему здесь, да, перенять опыт, научиться приглашать также партнеров, и потом в дальнейшем запустить вторую вашу базовую обучающую ветку, да, в которой уже вы будете обучать своих партнеров. И чем больше таких веток в вашей структуре, тем выше ваш доход, тем выше ваша премия, тем лучше и комфортнее ваш уровень жизни, да, тем лучше ваш достаток. Я рекомендую фокусироваться на построении 6 групп в вашей команде. Что такое 22% группа? Это группа с товарооборотом от 250 тысяч рублей и выше, да, то есть там может быть и 500, и миллион, неважно, да, то есть сумма может быть любая, но от 250. И вот за каждую такую группу вам по нашему маркетинг-плану полагается 5% от товарооборота и плюс другие бонусы. О них я сейчас говорить не буду, на эту тему я провожу отдельный вебинар, называется он «Маркетинг-план». Вот. Что хочу сказать, да, помимо дохода, вы будете получать также премии, да, как я сказала, вот за две группы у нас идет уже 2000 рублей премия, за три группы 3000, за четыре группы 4000 долларов, за шесть групп идет 6000 долларов премия, на что вы их потратите, думаете уже заранее, да, планируете, мечтаете, действуете, и у вас все получится. Как это делать, да, здесь задача донести до вас, да, того человека, который вас пригласил. Он покажет вам всю систему работы, предложит вам выгодные для вас варианты, и вы уже будете на практике применять эти методы, оттачивать их. Потом у вас уже будет формироваться ваша структура бизнес-партнеров и потребителей. Этот момент понятен? Ставьте восклицательные знаки, если понятно, и мы с вами идем дальше. Смотрите, что можем мы вам, как партнеры интернет-системы, предложить, да, это бесплатное обучение в виде вебинаров. Ребята, во многих, да, вот во многих местах.
местах, я знаю, что за такие вебинары берут деньги. Вот честно. Кто-то говорит, воды много, кто-то там хочет чего-то волшебного, да? А я просто вам говорю, посещайте все. Вот 10-й вебинар может повернуть в вашей голове абсолютно мозг в другую сторону, да, и вы начнете делать то, что никогда не делали. А первые два вебинара вы можете просто прослушать и ничего не понять. Поэтому, пожалуйста, ходите на все вебинары, которые у нас есть. По возможности, если пропустили, просматривайте их записи обязательно. Вот. И в дальнейшем вы уже будете профессиональны. Наша цель вообще вас научить быть профессионалом. А вот что вы возьмете из нашего обучения, это уже ваша задача. Вот. Следующий момент. Мы предоставляем своим партнерам обучающий сайт и командный канал YouTube. То есть на обучающем сайте у нас собрана информация, где можно почитать, скачать какую-то литературу, файлы, документы, видеоролики, да, там все собрано. Опыт двухлетний, где-то, да, двухлетний нашей команды собран на обучающем сайте. Пароль вам предоставится и вход тоже. Командный канал YouTube, на котором выкладываются записи таких вебинаров, как сегодня, вчера, завтра. То есть прошел вебинар, записи выкладываются на командный канал, и вы можете пересмотреть их, если вам это требуется. А мы предоставляем своим партнерам готовую систему быстрого роста, мы предоставляем методики, рекомендации, систему пошаговых действий. В наших скайп-чатах есть помощь команды, то есть если нет человека, который вас пригласил, да, некому задать вопросы, давайте снять скайп-чаты. Они у нас по темам, есть общие скайп-чаты, есть по тематикам. Вот в нужную тему туда задавайте ваши вопросы, вам всегда ответят и помогут. Сориентируют, с чего начать, и подскажут, кто может вам помочь. Далее, поддержка опытных наставников. У каждого из вас, да, кто пришел, есть такой человек, который готов сопровождать вас ежедневно до того момента, когда вы уже встанете крепко на ноги и пойдете дальше самостоятельно развиваться. Предоставляются также инструменты. Да, мы покажем вам, как сделать сайт-визитку и регистрационную форму. Есть у нас рекрутирующие мотивационные командные ролики, уже записанные. Также презентационные вебинары, которыми вы можете делиться со своими кандидатами, да, ну, давать им посмотреть, да, для просмотра. То есть это модель бизнеса, которая, ну, в принципе, да, дает вам не только знания, опыт, да, вот на наработку профессионализма, но и в последующем дает растущий пассивный доход, да, то есть сегодня вы работаете на бизнес, завтра бизнес работает на вас. То есть это очень уникальная, на самом деле, модель построения. А ни на какой наемной работе, даже с доходом в 50 тысяч, вы не прочувствуете на себе растущий пассивный доход. То есть доход, он ограниченный, да, когда-то его урезают, когда-то его там добавляют чуть-чуть, это на наемной работе. И с каждого года вы начинаете с одной и той же суммы. Здесь у нас партнеры каждый год начинают с новой суммы, и эта сумма выше, чем в предыдущий год. И это очень круто, да? То есть чем качественнее вы себя посвятите здесь обучению и действиям, да, тем выше в соответствии будет ваш уровень дохода в этом бизнесе. Что дает наша компания-партнер? Как я уже озвучила, это премия от 1000 долларов до миллиона, это 17 выплат в году, то есть мы не 12 раз получаем доход, мы получаем его 17 раз, и это получается каждые 3 недели, да, не раз в месяц, а каждые 3 недели. Нам предоставляются путешествия за счет компании, первое из которых поеду я, это будет путешествие в Сочи, это будет часть золотой конференции, да, на самом деле менеджерская конференция, которая входит в золотую. То есть первая часть золотой будет проходить в Кипре, потом перелетят в Сочи, и мы уже как выполнившие условия приедем в Сочи, да, и это будет огромное, классное мероприятие, шикарнейшее, о котором, конечно же, потом расскажем в сентябре месяце этого года. Далее компания предоставляет широкую автопрограмму. Ну, здесь у меня на слайде все один автомобиль. Я планировала поставить 3, видимо, все забываю. Начиная от Skoda Rapid, Volvo и Mercedes. То есть в зависимости от того, на каком уровне вы находитесь, карьерной лестнице, к чему вы стремитесь, да, там ваша и машина, да, можно так сказать.
То есть, если есть цель получить бесплатный Мерседес от компании, то нужно очень плотно поработать. И это все возможно, ребят, на самом деле. Идем дальше. Остановимся сейчас на выборе партнера. Я на самом деле очень горжусь, что мой партнер – компания Oriflame Cosmetics. Как я уже говорила, три года мы с мужем уже сотрудничаем с этой компанией. Я очень довольна, да, потому что компания позволила мне осуществить мои первые небольшие мечты, позволила иметь доход, сидя дома, быть предпринимателем. Предприниматель, который официально оформлен, да, платит налоги государству, платит отчисления в пенсионный фонд, тем самым зарабатывает себе пенсию, ребят. То есть это все легальный вид деятельности. И я каждому рекомендую при выборе партнера, да, вот обращать на такие моменты внимание. Да, как долго компания на рынке? Если год-два, не факт, что через 5 лет эта компания будет еще существовать. А такие гиганты, да, мировые гиганты, можно так сказать, которые на рынке очень долго, долгое время, они сегодня в тренде, да, и вот компания Oriflame – это одна из первых компаний в мире, одна из лучших компаний в мире, маркетинг-план, вернее, я хотела сказать, и лучшая в России. Это я могу вам сказать с уверенностью. Доступные цены, высокое качество. Я продукты очень люблю, пользуюсь ей регулярно. В преимуществе у меня, конечно же, уходовые средства за кожей, средства личной гигиены, думаю, покупают все и так. Также мы очень любим продукцию Wellness. Wellness – это наше здоровье, это наше все, да, то есть это протеиновые коктейли белковые и витамины для всей семьи. Мы с удовольствием покупаем и, в принципе, как сказать, рекомендуем, да, своим партнерам. И на сегодняшний день я очень благодарна за те отзывы, которые пишут партнеры нашей команды уже после применения продукции. У кого-то детки перестали болеть, у кого-то кожа перестала шелушиться, всю жизнь шелушилась, у кого-то волосы стали расти в 3 раза быстрее. То есть, вы понимаете, у каждого своя проблема, и когда ты рекомендуешь проверенный продукт, и человек потом говорит, да, это круто, да, спасибо, а на самом деле это дорогого стоит. Ассортимент широкий, как я уже сказала, более 1500 наименований, поэтому я думаю, каждый из вас сможет здесь найти то, что вам по душе. Продукт естественного, невыдуманного спроса, мыло, шампунь, зубная паста заканчиваются, и это покупает каждый человек, да. Вопрос только стоит, где вы будете это покупать, в магните, в магнит косметиксе, да, и выручать дядю хозяина, либо вы будете выручать свой собственный интернет-магазин, который вам приносит прибыль и доход, да. Здесь, ну, уже, наверное, подход такой более предпринимательский. Кому нести выручку? Себе или чужому дяде? Быстрая доставка по всем регионам и странам СНГ. И, как я уже сказала, один из лучших маркетинг-планов. Поэтому стоит разобраться, стоит вникнуть, понять, за что здесь платить деньги и делать определенные действия. Заглоевы пишет, что им очень нравится продукция. Нам тоже очень нравится продукция. 3 правила бизнес-партнера. Об этом говорю на каждой скайп-встрече с каждым новичком абсолютно. Как ты понял этот бизнес? Что основное? И хочу услышать, чтобы вот именно вот эти 3 правила новичок озвучил. А на самом деле это, ну, вот ценнейшие 3 правила. Если одно из них выбросить, одну составляющую убрать, то бизнес ваш, к сожалению, будет либо стоять на месте, либо вообще никуда не двигаться, развалится, да? То есть личное потребление. Мы говорим о построении бизнеса без продаж. Соответственно, предлагаем обратить внимание на наши продукты и поменять магазин. Если это невозможно, пожалуйста, вы можете порекомендовать своему ближайшему окружению тоже сменить магазин и таким образом создать свой личный товарооборот. То есть личное потребление, а организация своего личного товарооборота. Начали с себя. Далее занимаемся поиском и подбором партнеров в команду и обучением. То есть это все идет параллельно, да, не одно от другого, а все вместе, 3 составляющие нашего бизнеса. Обучаемся, тут же практикуемся, наши партнеры также, да, потребляют, и таким образом создаются огромнейшие товарообороты. Это миллионные товарообороты, ребят, на самом деле структура Гоглоевых я знаю полностью.
делают такие товарообороты, какие не делают гипермаркеты «Магнит», вот, допустим, в городе Кропоткин или в городе Майков. То есть по товарообороту там несколько десятков миллионов, представляете? А как вы думаете, реально ли в Орифлейм с каталогом такие обороты делать самостоятельно? Да никогда в жизни, да? Даже если у вас будет 10 продавцов бегать по городу, это невозможно. А вот когда выстроена грамотная сеть потребителей, и есть еще люди, которые развивают этот бизнес, то товарообороты создаются огромные, и доходы этих товарооборотов тоже немалые, ребят. Кто понял про правила? Три правила бизнес-партнера. Пользуемся продуктом, обучаемся и обязательно ищем партнеров в свою команду. Ищем тех, кто действительно хочет зарабатывать. Все, я вижу 3 человека, 4, 5. Отлично. 5 человек, 6. Молодцы. Что вам нужно делать сейчас, ребят? А если вы еще не зарегистрированы в нашей компании, конечно же, зарегистрироваться. Но ни в коем случае не самостоятельно, а с помощью человека, который вас пригласил на этот вебинар, пройти регистрацию, вам будет выдан номер и пароль для входа в ваш личный кабинет. В нем вы сможете отслеживать свои доходы, структуру, новичков, заказы. Там очень интересно, много информации, много видео и текстовой информации, много обучения. То есть там смотреть, не пересмотреть. И такой личный кабинет будет у каждого, да, только вход в разный. Следующее. Рекомендую сделать любой активационный заказ, потому что любой заказ вообще активирует номер в компании Арифлейм. Но если вы хотите получать подарки и деньги сразу же в первый каталог, то я рекомендую обратить внимание на стартовую программу. Стартовая программа новичка, изучите ее на нашем обучающем сайте. Там подарков на 13 тысяч и более можно получить. И обязательно изучить условия премьер-клуба. То есть здесь сразу же, да, выполняете условия, выходите на первую ступеньку маркетинг-плана, получаете деньги на счет, на свой номер внутренний, плюс вот эти подарки. Да? То есть это самая выгодная позиция выбрать премьер-клуб. А там уже вам решать. Да? Получить доступ на обучающий сайт, поставить скайп, добавиться в контакты именно к вашему спонсору и в ваши командные скайп-чаты, то есть спонсоров прошу не путать, да, между собой, вот, присоединиться к скайп-чату, обучаться, да, сразу хочу сказать, обучающий сайт на вашей совести, да, мы не сможем никак вас проконтролировать, вы читали каждую строчку или вы где-то между строк глянули, то есть вот все, что там написано, это на вашей совести, да. Как вы его изучите, как вы его прочтете, будет зависеть только от вас, да, и, конечно же, как потом эту информацию вы поймете. Изучите его самостоятельно, посещайте вот такие вебинары в 14-19.00, напитывайтесь информацией, заводите новичков, контактируйте с командой, пишите в чате, не стесняйтесь, и, конечно же, приглашайте людей в нашу интернет-систему. То есть это те первые действия, с чего нужно начать, ребят. Ну, а те... Кто с нами уже в бизнесе, да, я рекомендую каждый день на такие презентации заводить новичков, которых вы приглашаете через интернет из других городов, чтобы они послушали именно презентацию бизнеса. Договорились с вами? То есть вот сегодня у нас вечером уже в 19 такая же презентация. Приходите с новичками, ставьте себе план на день заводить хотя бы 1-2 новичков на вебинар. И тогда у вас будет много партнеров в вашей команде. Принимайте решение быть успешными уже сегодня. Можно просто обучаться, а можно обучаться и делать действия параллельно, и это будет намного качественнее, чем просто обучение. Всех заводим на вебинар. Вот так интересно рассказывать. Ой, спасибо огромное. Ребят, на этом презентация все. Не расходимся. У нас сейчас с вами вторая часть обучения посвящена на рекрутированию. Проведу ее тоже я. Буквально сейчас 2 минутки песенку послушаем с вами или видеоролик и продолжим. Хорошо?